Хейл, гейс, солнечные маки, мы продолжаем проходить игру под названием Дональд Дак, либо Quake Shot Training Дональд Дак. Окей, мы с вами отправляемся на карту, мы получили в прошлой серии с вами липучие, так сказать, прилипалы, это пушку вот это, я не знаю, как это назвать. И мы возвращаемся в Док Бунгерс, да, типа в город, и залазим с помощью них сюда наверх. И теперь мы здесь с вами просто идем. Бук. Вот так вот. Курка. Я не помню, было тут что-то или нет. Пули не прилипают, но когда мы прыгаем, они сразу вылазят со своих норок. А, прикольно. Здесь можно найти даже пасхалку. Ну, если это, конечно... А, тихо, из него уже все, не выпадает ничего. У него просто это пропали. О, Микки Маус. Чик-чик-чик. Дальше идут у нас такая, знаете, покатушки. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Вот это было мне прикольно. Луна радостная. Когда видите молнию, нужно прыгать. Хотя я мог бы по низу просто полететь. Дома. Сделай... сделай подписку. I want to see. Видеть тебя. Так, пожалуйста, try, берегись. Так, мою... инвестицию. Это пузырчатая пушка патронов. Она выглядит... или она встроена в твой шутер, в твой пистолет. И, возможно, exploding bubbles. Сплодировать. Создавать бульбышки. Я дам тебе много... Так, беги вперед. Спасибо, Гура. Дональд берет бубльгумую пушку. Гура! Почему Гура? Это ж этот... Как его? Чохнутый этот мастер. Ну, который строит постоянно какие-то херни свои. Блин, я даже не вспомню, как его зовут. Флинт. Его Флинт зовут точно. Кажется, Флинт. А точно ли Флинт? Ну, аккуратно. Понимаете, дело в том, что я не знаю, куда мне по пути лучше идти. У нас там 50 кукуруз, 60 кукуруз и бульбушек много. А бульбушки нам как раз приходятся для вот этого Трансильвании. Ну, чтобы их использовать, нужно еще дойти до той локации, где их надо использовать.
Забыл сохраниться. И бесконечной жизни, если что, можно фармить. Постоянно убиваем, да, и забираем жизни. А смысл в том, что я теряю эту контишку, если я тут все равно ее получаю? Кукурузный початок. ХПшка. А, подожди, на них нельзя прыгать? А почему мне показалось, что на них... Ну ладно. Пускай летит. Почему? Как мне тогда дали это? Что за бред? Ах ты зараза. Блин, что там было? Я хотел подкат сделать. Ладно. Там, походу, говорилось что-то страшный замок, что-то типа того. Ну или типа мы нашли путь дорогу в замок. Blow up. Чтобы подняться вверх, тебе понадобится бубл пушка. Но, бат, потому что в ворде, типа в мире, чтобы пройти, так ты пройдешь в этот страшный палац. Я посмотрю король Горизиана, Трейсов, now I remember, я его вспоминаю. Так, Кент, может Дракула на карте замок? Но я не знаю, или я не думаю, Дракула должен дать тебе карту просто так. Или так просто. Вот, наши бульбышки. Теперь с помощью бульбышек мы с вами можем сломать эту херь. Вот эти зеркала, бочки, все такое можно ломать только с помощью этой пушки. Ох, бесится.
мопушка. Пузырьки, если что, ваншотят всех врагов. Да, с двумя хпшками идти, это прикольно. Ох, я вспоминаю эту локацию. Я не помню, куда падать, но я просто падаю. Я чуть из-за этого не сдох. Да хотя у меня есть жизни. Да, вот это падение. Теперь, как говорится, подумай, как правильно упасть. Чтобы при этом не на поле. Здесь, я помню, были еще поднимающиеся стены. Если мне память не обманывает. Достал. Я не знаю, куда идти. Я... О! О! Курочка. Вот здесь-то... Или нет? Я помню, там нужно было на скорость подниматься. Короче, здесь главное быть наклоненным, тогда он тебя не увидит. Если ты движешься, он на тебя нападает. Это граф. Вот, видите, на меня типа эти напали все. Я спрятался. А мне как? Мне туда не попасть. Сейчас он вернется, мы сразу бежим. Прощай. Окей, двери. Призраки, уж эти призраки. О, вот здесь, да. Ау. Курятинка. Тупые призраки.
Ребят, это пока что серии эти такие долгие. Потом серии будут очень короткие, поверьте мне. Так, по идее, где-то здесь, да, должен быть проход. Вот проход. Это Дракула. Так, я надеюсь, я его снял. Я заполучил что? Я заполучил. Я что получил или нет? Кусок карты я получил. Ладно, давайте, короче, на этом мы закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.